В Свияжском районе областного центра открылся многофункциональный вертолетный центр «Хелипорт Ульяновск». Это 10-й центр вертолетной национальной сети и первый в городах Поволжья. Во-первых, это главная авиационная столица России, это никто не отрицает уже. А второй вопрос, конечно, это то, что здесь оказана всеобъемлющая помощь от руководства области. Это, знаете, это такие не дежурные фразы, а это просто по-настоящему, потому что реально работающих губернаторов, а я всю страну проеду, просто всю, реально работающих губернаторов, а не занимающихся пиаром, а реально работающих, не такое большое количество. Вот ваш руководитель, как бы один из таких губернаторов, который действительно чем-то занимается и что-то толкает, и когда человек меня набирает там и днем, и ночью, мы с ним разговариваем по телефону, и это, знаете, там, ну, то есть нет вот этих занебесных как тем, то есть не приходится общаться через там кучу помощников, и все остальное. То есть человек конкретно занимается, человек конкретно болеет за это дело. Новый вертолетный комплекс будет оказывать полный спектр услуг. Базирование воздушных судов, продажа, аренда, сервис и техническое обслуживание вертолетов. Здесь же создан и центр по подготовке пилотов. Конечно, стоимость часа полета покажется многим заоблачной, более 30 тысяч рублей. Но владельцы уверены, что поскольку в Ульяновской области созданы все условия для благоприятного развития бизнеса, не станет дело и за спросом на вертолеты. Ведь на винтокрылой машине, к примеру, до Казани можно добраться за час, а до Самары – за полтора. Интересная такая справка, что первый бизнесмен ульяновский, который занимается здесь агробизнесом, компанию называть не буду, через неделю уже приходит еще один вертолет новейший, который приходит с Америки. Мы сейчас его собираем и привезем сюда на базирование. То есть он здесь будет уже базироваться и летать, и обслуживаться. То есть, понимаете, уже начинается некая жизнь. То есть наш пилот плюс еще кто-то на базирование приходит. У нас сейчас примерно около 15 человек предварительно записались на обучение. Вот. Ну и вот могу сказать, что с завтрашнего дня уже первые уроки у курсантов есть. Впрочем, решит центр и ряд социальных задач, включая доставку медицинских работников в труднодоступные районы, мониторинг лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. Оправданы ли будут такие бюджетные траты? Специалисты утверждают, что да. Не все регионы могут позволить себе именно содержание целого авиатряда. А именно вот локализации такой компании, когда мы можем ее просто вызвать, когда нам необходимо, она в том числе позволит сэкономить бюджетные средства. Если мы будем, если просчитать расходную часть, содержать даже одну единицу вот такой техники, то есть для бюджета это будет серьезно. А когда мы буквально там нанимаем ее на 8-10 часов в месяц, то есть это никакой нагрузки. Впрочем, компания на бюджетные средства и не рассчитывает. По принципу «будут хорошо», «нет», «справимся и без них». Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».